Добрый день, я нахожусь на Дмитра Коряка. Две недели тому назад я видел и радовался, как люди приводили вот эту клумбу в порядок. А сегодня я, проходя здесь, увидел странные для меня вещи. По этой клумбе люди ездят машинами, велосипедами, ходят в мокрую погоду, не в мокрую. Я сейчас вам это все отчетливо покажу. Покажу для того, чтобы мы с вами понимали, как мы идем в Европу. Ну вот смотрите, вот здесь машина проезжала. О! Смотрите, а тут копано, вы не заметили? Да заметили. Штраф, да? Какой штраф? Я не вправе штрафовать. Вы просто снимаете, да? Да, я снимаю, показываю людям, вот как оно все происходит. На велосипедах ездят, вот ходят. Я могу назад перебежать. Там мне без разницы. Вот видите, вот так и живем. Просто люди почему-то принимают вот такие решения. Идем в Европу.